Сегодня дан старт масштабному проекту, который позволит решить проблему с отоплением в Черногорске. Город угольщиков будет получать тепло от Абаканской ТЭЦ. В этом месте появится первая опора для будущей тепломагистрали. Сегодня в ее основание забита стартовая свая. Уже к следующему году Абакан и Черногорск свяжет 12-километровый трубопровод. Он не только позволит закрыть сразу 7 городских котельных, но главное, наконец, избавит черногорцев от бесконечных перебоев с теплоснабжением. Сейчас СГК уже обновляют и модернизируют теплосети города, но проблема требует кардинального решения. После завершения работ хроническая нехватка тепла в квартирах Черногорска уйдет, обещают энергетики. 12 километров без малого, 24 тысячи метров трубы, 4200 тонн металла, 800 опор, 6 тысяч кубов тепловой изоляции, сроки 9 месяцев. Это как первый у нас этап, про который мы сейчас не говорим. Дальше у нас будет еще одна насосная станция, 9 центральных тепловых пунктов. Еще по городу Черногорску около 20 километров сетей перекладки. Все это нам сделать в течение года до конца сентября 2021 года. Стоимость проекта более 2,5 миллиардов рублей. Такие колоссальные единовременные вливания в коммунальную инфраструктуру Хакасии происходят, пожалуй, впервые. Однако, как заверяют городские власти, на потребителях это практически не отразится. Не повысился в разы, как это некоторые паникеры говорили, тариф. То, что мы определили на 15 лет концессионным соглашением, 7, максимум 7,5%, ну вот на сегодняшний день от 6 до 7 повышения тарифов. Это незначительная часть. На квартиру 2-3 комнаты, 2-3 комнаты в месяц 140-150 рублей повышения. Плата за квартиру – это ни о чем.